Кто сказал, что я не гений? Я гений. Я придумываю нетривиальные решения этой игре. Всем привет, мои хорошие, рада видеть вас на канале Тилька Плей. Я Наташа, мы сегодня с вами в Роблоксе поиграем в Бобби, где мы должны его проходить путем того, то что будем рисовать сами себе продолжение, чтобы идти дальше. Я буду рисовать всякие прикольные штуки, постараюсь, чтобы это было весело, чтобы было интересно. Будем проверять, насколько неординарно работает мой мозг. Вот, поэтому давайте с вами рисовать. У нас вот первое препятствие, вот такая вот дырочка здесь, поэтому нажмем с вами рисовать. Здесь напрашивается просто какой-нибудь обычный мостик, но я бы хотела бы, например, нарисовать. Давайте нарисуем очки. Вот так раз. Эй, мне не хватило. Ну, в целом, почти очки. Смотри, кто сказал, что я сделала что-то не так? Можно сказать, что это веселая макаронина. Идем дальше. Здесь у нас следующее препятствие. Здесь напрашивается, ну, что-то типа вот такого вот. Но мне кажется, что это слишком просто. Поэтому я бы хотела, например, сделать облачко. А, ты видишь, чернила кончаются. Блин, это тогда грустно. Тогда давайте вот так. А спуск мы сделаем как горку. Вот такую. Чтобы скатиться, словно мы сделали с вами горку. Жалко, она не катится. Было бы прикольно. Хорошо, идем с вами дальше. Следующая уже такая достаточно массивная пропасть. А, чернила бар, обе силуэт. Блин, ну тут типа вот такую вот какую-то штуку делать, но я не хочу. Давайте что-нибудь интересненькое. Я предлагаю сделать что-то вот такое. Это называется лесенка, чудесенка. Ну а что, я сделала лесенку, а мальчик свалился. Эх ты. Не получилось у тебя. Дальше. Гравитация включена. А давайте мы сделаем вот такую вот штучку, типа... оно падает. Хорошо. Размер кисти. Хорошо. Давайте попробуем нарисовать кое-что очень экстравагантное. Это раз шарик, два шарик и три шарик. Пипиську нарисовала. Давайте попробуем пройти через пипиську. Пиписька нам помогла. Пиписька человеку друг. Это было очень странно, но мы неординарные решения делаем. Здесь какой-то у нас трамплинчик. Трамплинчик. Угу. Хочется что-то такое здесь интересненькое, да, сделать. Так, у меня камера еще криво стоит, давайте ее поправлю. Какой-нибудь типа треугольник. Ну, просто мне интересно посмотреть, мы долетим или нет. А, ну так тут вообще, типа, я нарисовала треугольник, ну почти домик. Раз, два, три, будет лесенка. А вот это что такое? А, оно меня убьет. Хорошо, что меня не убивает, делает меня сильнее. Вот такое вот дерево. Дерево, которое немножечко полиняло. Так, подожди, в моем плане есть какой-то подвох. Ну, видишь, дерево работает. Да, оно немножечко лысое. Зимнее дерево, которое готовится к зиме. Здесь на нас будет катиться камень, да, судя по всему. Ну, я тогда предлагаю камень как-то обложить, типа вот таким вот кружочком. И... А, ну вот, мы его обложили, а здесь мы можем сделать какой-нибудь красивый мостик. Ну, кто сказал, что мы не можем построить с вами мостики, правильно? Хотя я не уверена, что я вот здесь смогу залезть. Хотя, наверное, смогу. Я же женщина такая, прыткая. Вот и все. Это было слишком просто. Ничего сложного, а вот тут надо подумать. Можно пойти по верху, можно пойти по низу. Не, ну здесь только палочки какие-то. Типа вот такие вот палочки. А дальше типа... Ну, вот это вот, конечно, неинтересно получилось у нас. Но что поделать. Бывает и такое. Ох, какая здесь дырка. Ну, вот так типа строить не хочется. Давайте опять метод веселой пиписьки. Нет, метод тогда веселой полупиписьки. Смотри, какая моя тактика. Я сейчас прыгну на нее. А, она не шевелится, да? Блин, я думала, она шевелится. А, я могу по ней залазить? Слушай, ну моя тоненькая пиписька, она почти у нее получилась. Смотри, мы ее просто вот так чуть-чуть ближе рисуем. Вот так. Такая вот. Пиписька. Или, знаете, похоже на фак. Да закрасим яички, чтобы было красиво. Так, подождите. Я опять, что ли, не в ту сторону наклонила? Блин, я опять не в ту сторону наклонила. Надо в другую сторону.
надо в эту сторону. Вот! Вот это я понимаю. Смотри, блин, нет, подожди. Я не в ту сторону сделала стоять, я запуталась. И вот так, оп, и все. Буква Ю пофигу. Это было гениально, гениально. Ну, тут прыжки, да? Тогда вот такие вот палки, что ли, копалки. Ну и, в принципе, одной. Одной нам хватит вот такой палочки, типа так. Опа, опа, и все. Не, ну это слишком легко, это просто, это детский лепет, детский сад. Это что, это у нас тут что-то едет, да? Ага, и мы сдохнем. Хорошо, тогда предлагаю... Блин, ну теперь мне везде хочется рисовать всемогущую пипиську. Давайте нарисуем всемогущую пипиську. А, ее нужно... Тогда ее нужно вот так нарисовать. Подожди, ее нужно нарисовать неотрывно. Вялая пиписька. Ой, подожди, нет, подожди, очистить. Давайте красивую вялую пипиську. Поехала! Я считаю, это искусство, это гениально. Это просто, это высший пилотаж. Учитесь, пока я жива. Только я вас научу вот этому всему. Ой, тут что-то мальчик прям так пере... А, тут вон оно что. Что? Подождите-ка. Откуда начало? Вот отсюда? Ой, ну тут, короче... Хочется просто не перемудрить. Я не понимаю. Подожди, вот здесь вот еще одну надо. Давайте я просто не буду здесь мудрить, потому что здесь перемудришь и заблудишься. Тут прям какой-то лабиринт. Можем взять кулак. А, считаю, что пришло время рисовать сисечки. Сисечка раз. Подожди, надо красивую сисечку. Раз. Валилась сисечка. Или какашку, например. Ну нет, какашка не получается. Давайте сиську. Раз, сиська. Нормально повисла сиська. Сиська побольше. И мне не хватает чернил. Блин, мне не оставляют выбора. Блин, ну я бы хотела бы сисюлю, конечно, рисовать. Мне не дали нарисовать сисюлю. Но я надеюсь, что я дорисую когда-нибудь. У меня еще и много приколюх. Так что, все у нас получится. Опять какая-то ускорялка. Ой, ну здесь нужно рисовать большую какашку. Поэтому, ребят, предлагаю нарисовать большую какашку. Как нарисовать большую какашку? Серьезно? А что так мало? Тогда большую сиську. Вот такую большую сиську. Я понял. На эту большую сиську нам нужно с вами еще трамплин. Вот такой сисечный. Все, по сиське пройдем. Кто сказал? Эй, стоять. Сиська не дорисовалась. Подожди, да нужно сиську нарисовать здесь? Так не трамплин. Все, надеюсь, этого хватит. Сиська, правда, такая какая-то недоделанная, но что есть, что есть. Вот и все. Я хочу... Дайте мне побольше рисовать. Ну, что это опять такое? А давайте попробуем нарисовать знак бесконечность. Ну, почти. Смотри, вот так. Оп. И все. Кто сказал, что я не гений? Я гений? Я просто, я придумываю нетривиальные решения этой игре. Ну, извините, я здесь могу и без рисования просто пробежать. Я тут даже не буду рисовать. Это какой-то детский сад. Это что? Маленькие какашки можно нарисовать? Здесь такая уже раздавленная лепешка. Ну такая, зефирка получилась, конечно, не какашка. Она пыталась. Так, здесь перепрыгнули. Все, изи, изи. А, здесь пропадающие элементы. Да на самом деле, мне кажется, эти пропадающие элементы, ты просто прыгаешь по ним и все. А, вон оно как работает. Все, я поняла. То есть первые здесь... То есть там, где пробелы, там нужно рисовать вот эти дырочки, что ли? Я не совсем понимаю. Вот так? Так, ну вот, допустим. Первую можно не ставить. Но я почти дошла. Значит, смотри, вот эту мы не ставим здесь. Мы ставим вот здесь палочку, вот здесь и вот здесь. Вот такую вот писюлечку. Оп. Все. Здесь стоим, ждем, пока она появится.
Здесь перепрыгиваем. Стоим, ждем новую штучку. Раз. Тут они тоже появляются, правильно? Опа, все, и все. Изи. Но мне не очень понравилось, конечно. Странный уровень. Ух ты ж, ёшкиш. Ну, предлагаю сделать трамплин в самый верх. А потом суп с котом. А, подожди, так давай сделаем ступеньки. Вот так, раз, два, три. Нет, ну что-то как-то не работает. А если мы сделаем вот так точки? Смотри. Вот так вот на точках. Мы с тобой допрыгаем до нужного места. А кто сказал, что обязательно нужно рисовать? По мне, мы шикарно все придумали. Мы же с вами умеем прыгать в башню ада, так что и здесь все у нас получится. Ну да, немножечко тонковато, но в целом можно с этим работать. Не, ну скажите же, что я гений. Просто гений. Идем дальше. О! Не, ну вы извините, здесь прям напрашивается дорисовать ему. Эй! Яичко верните! Эй! Давай вот так ему, как бесконечность нарисуем. Мысли. Эй! Эй! Они забрали яичко! А здесь тоже, что ли, едет? Смотри, вот так точку. Оно со всего соскатывается, что ли? Да, выглядит очень странно. Извините, больше я так делать не буду. А, я придумала! Короче, пацаны, нам надо нарисовать Рапунцель, которая закидывает свою косу. Смотри. Вот, мы рисуем Рапунцель. Подожди, это что? Это типа ноги Рапунцель. Вот, у нее есть ручки. Ну, такая жирная Рапунцель. Вот. Типа, вот она Рапунцель в платье такая. Подожди, почему она падает? Давайте вот так треугольник. Вот так тело, башка, рапунцельчная, ручки. И вот так вот ее коса. Хобана. Видишь? Это Рапунцель, детка. А почему пропадают некоторые штучки, я не понимаю. Видишь, Рапунцель нам помогла. Просто Рапунцель пушка, малышка. Это что такое? Здесь нельзя строить. Вообще? Ух, вот это интересно. А, ну я должна, типа, сделать опять лесенку, да? Ну смотри, я просто сделаю вот так. А, ну катится, да? Угу. Катится, катится. Здесь тоже, да, катится? Ух ты, вот это уже интересно. Не, ну есть, конечно, предположение. Здесь нельзя строить. Надо сделать какой-то зацеп. Бам. А, ну либо чтобы оно свалилось. Давайте нарисуем бесконечность. Бесконечность упала. Ну или бантик. Называйте как хотите. Фига, ну зацепись. Давай попробуем. Эй, а куда идти? Почему я... Подожди. А как я здесь оказалась? А как мне отсюда выйти? Можно я упаду? Потому что я, по-моему... Я куда-то попала, не туда. А, я типа скатилась. Все, я поняла. Так, ну тут напрашивается квадрат. Но квадрат это слишком просто... Думаю, давайте реально нарисуем бантик с вами. Ты видишь, блин, она цепляется, зараза такая. Давай, бантик. Во! ДНК просто свалили с вами, прикинь. Это была настоящая ДНК. Чувствуешь? Чувствуешь? Тилька шарит. Биология вошла в чат. Тилька рисует ДНК, чтобы пройти игру. Ух. Не, ну тут тоже напрашивается... Нет, здесь напрашивается на самом деле дерево. Понятно. Ясно. Тогда здесь напрашивается что-то вот такое вот. Какой-то типа параллелепипед. Вот так вот. Нарисуй на кнопке, чтобы открыть дверь. На кнопке? Что нарисовать на кнопке? Могу нарисовать какашку. Серьезно? Пару кирпичей я отложила на кнопку. Понятно. Я считаю нечестно, что они дают просторам фантазии. Моей.
Я хочу фантазию. Где моя фантазия? Могу только кругляшки сыпать. Как Олаф. Мне не нравится. Мне не нравится. Я хотела рисовать. Я хотела показать свою творческую натуру. А вы что? Эх, вы. Вы все испортили. Что там? Надо нарисовать вот такую палочку. Все. Просто путите. Да путите. Ну почему? Ну почему она уезжает? Почему ты уезжаешь? Объясни мне. Так. Так. Так, кринж. Просто кринж. Мне вообще не понравилось это задание. Вы меня, конечно, извините. Чернила бар. Но я знаю, какое тут чернило нарисовать. Надеюсь, мне хватит чернил. Потому что я готова. Я нарисовала какиш. Эй, почему я свалилась? Не падай, бежим по какишку. Какишка наше все. Без какишки не ходи во двор. Ой, какие же сложные здесь штуки такие. Ты вот хочешь как-то тривиальный, не тривиальный наоборот сделать, а тебе не дают. Ну типа бассейн, трамплин. Зай, ну давай. Ты же до этого поднималась как-то. Ну, и все. На изи. Дальше были вертушки. Ну, слушай, с вертушками все должно быть просто. Я придумала. И все. Оба. Вообще можно было бы на вертушку залезть, но это слишком просто, поэтому я просто их закрутила в бантик. А мальчик типа тоже по моей прыгает или нет? Че ты? Тельняшка, привет. Привет. Ну, привет. Тут хочется нарисовать водопад. Какой-то такой. Бурный. Бурный водопад из попы. Это попа. Просто не спрашивайте, что это такое. Я нарисовала ЖОПУ. Из попочки был водопад. Ну что, последний уровень? Надо попасть на кнопку? Или надо, чтобы упало в кнопку? Ну и чё? А, тут типа появляется вот это... А, я думала, мне нужно до конца. Ну все, я выиграла, получается. На этом мои полномочия как бы все. Вот такой вот Тоби. Я хотела больше креатива, конечно. Меня расстроило, что креатива было так мало. Я старалась как могла. Мне не давали возможности рисовать. Надеюсь, что вам понравилось. Если это так, то поддерживайте лайками, подписывайтесь на каналчик. А мы с вами скоро увидимся. Пока.